Барсов. Сразу говорит, что мяч будет послан Гильерме. Маринат в одно касание играет на Шишкина. Шишкин подождал, подождал. 70 касаний, естественно. Все, естественно, уже перекрыто. И возможности продолжить наступление нет. Вот Роман, видите, замедлил с первым пасом. И все перекрыто. Сразу же удар и гол! И фантастический гол! Вот это да! Это Иван Пауревич со своим ударищем! Какая красота! Вот это удар! Шикарный выстрел Ивана Пауревича. Гильерме разводит руками, но мы уже отметили, с чего началась эта атака. Роман Шишкин. Роман Шишкин потерял мяч. 8 или 7 касаний, прежде чем расстаться с мячом. Все футболисты Уфы уже подошли к чужой половине, перекрыли ходы. Обрез и дальше вы все видели сами. Давайте теперь посмотрим. Вот это завершающая стадия атаки, передача и удар. Какой сумасшедший получился, а? Вот это да! Смелость города берет. Иван Пауревич. Потрясающий гол. Вот таких голов не хватает чемпионату России. Мы часто спрашиваем, наверное, даже комментаторы друг друга, почему в Англии, скажем, или в Германии вот такими дальними ударами забивают чаще. Наверное, там чуть смелее к этой ситуации относятся, чуть проще. Не стараются улучшить, а просто пробуют. И вот так